Здравствуйте, у нас на прямой связи рок-музыкант Лёва Би-2 из группы Би-2. Лёва, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Всех очень приятно видеть, особенно вас. Я первый раз в вашей программе, для меня большая честь. Спасибо вам, спасибо, что согласились. Я знаю, что вы достаточно редко даете интервью. Как вообще у вас выстраиваются отношения с журналистами? Когда вы соглашаетесь и когда вы отказываетесь? Есть какой-то алгоритм? Когда жили в России, то последние уже, наверное, лет 10 мы не давали никаких больших интервью. У меня по этому поводу даже пропал опыт определенный. Когда произошли события там в Таиланде, мне приходилось, в общем, давать большие интервью. Я, честно говоря, как заново всему этому вот учился. Ну, теперь, знаете, жизнь изменилась, и теперь надо давать другие интервью и как-то говорить, высказывать свою позицию, разговаривать. И у меня были какие-то сдерживающие факторы, которые мне не позволяли это делать. А так как я теперь на территории свободы и не обременен никакими обязательствами ни перед кем, то, в общем, чувствую себя абсолютно хорошо и могу говорить на любую тему. Ну, то есть получается, что популярность – это такая тяжелая в этом смысле ноша, потому что, когда ты что-то говоришь, это, во-первых, может быть по-разному интерпретировано, во-вторых, к этому привлечено значительное внимание, в том числе не тех людей, которых хотели бы, чтобы они на вас обратили внимание. Так я это понимаю? То есть это может быть чревато какими-то последствиями, могло быть чревато последствиями? Если говорить о ситуации, связанной с войной, то, конечно, мы оказались в патовой ситуации, когда уже накануне начала, собственно говоря, этой войны вся дискуссионная, оппозиционная какая-то риторика, она была уже практически забетонирована, потому что любое какое-то высказывание уже после войны, оно вело за собой какие-то определенные санкции, которые могли навредить, ну, я уж не говорю про себя, но и окружающим тоже. Вот, да. Ну вот эта трансформация России, за которой вы наблюдали, с одной стороны, будущее внутри, а с другой стороны, все-таки будущее иностранцами. Вы из Белоруссии, у вас потом был опыт жизни в Израиле, потом в Австралии. И вот этот взгляд все-таки, который немножко, наверное, отличался от тех, кто там родился, от тех, кто там вырос и жил. Вот как вы видели Россию, какой вы видели Россию и как вы видели эти трансформации, которые внутри России происходили? Вы знаете, по поводу трансформации, наверное, мы больше сейчас стали узнавать посредством того, что мы стали знакомиться с людьми очень интересными, и тому послужил, наверное, вот один из поводов, это была тайваньская история, то, что теперь у меня есть возможность получать информацию уже не из новостей, а, в принципе, просто я могу позвонить каким-то людям и спросить, что происходит. Какой там вопрос был, извините. Нет, как вы наблюдали, вот этот взгляд немного да, со стороны. Просто... Ну, вот это то, что происходит. Понимаете, да, я понял, да. Это придется, наверное, начинать где-то там с печенегов, но я так шучу. Наверное, с Австралии, потому что в 19 лет я уехал из Беларуси, из Минска. Причины были понятны, неопределенная перспектива. То есть я не очень себе представлял, чем мне заниматься дальше, а мысль и вообще идея наша с Шуриком о том, чтобы создать в будущем группу, она нас не покидала. И сначала уехал Шурик за границу, потом я за ним. И вот с этого момента мы, наверное, потеряли такую вот... То есть у нас была информация музыкальная из России, там, но мы не вдавались в подробности каких-то перипетий, связанных с политическими действиями. То есть мы видели каких-то людей, вот то, что транслировалось за границей в телевизоре, каких-то людей, какие-то люди нам нравились, не нравились и так далее. Но все это была политика, понимаете? Мы жили в странах демократических, в которых, в принципе, от перемены мест или президента, или премьера
или кого-то там еще, вот, ну, нет, не кого-то еще, а именно так. Глобально ситуация в стране никоим образом не менялась. То есть менялся какой-то курс определенный там на развитие каких-то вещей или там отрицание чего-либо, но ты не просыпался утром с новым президентом в новой стране. Поэтому и, соответственно, так как мы жили за пределами всех известных вам границ в качестве, в общем, в принципе, ну, таких, там, как сказать, не граждан. То есть, ну, я говорю сейчас про Австралию, например. То есть про Израиль, это понятно, это моя страна. Там в ней я какая-то гражданская деятельность проводилась, но я, в принципе, никогда особо не интересовался политикой. Вот. Поэтому всегда, то есть политика для нас это была работа. То есть мы с уважением относились к людям, которые занимаются политикой. И, я не знаю, с уважением, без уважения. Я, в общем, всегда имел четкое представление, что, конечно, политика это все-таки, ну, можно сказать, такое не очень чистое дело. Вот. Короче, в общем, политика никогда не занимала наши умы настолько, насколько, чтобы, допустим, мы в ней активно участвовали. И в Россию мы приехали как в демократическую страну и со всеми вытекающими последствиями. Нам казалось, что это, в принципе, такая же примерно аналогия, как и все остальные страны, потому что произошла уже, естественно, революция, там Советский Союз почил, вот, все страны разделились, теперь занимаются каждой своей жизнью. Вот, поэтому, приехав в первое время, для нас вот этот весь шум политический, который вот, а он тогда был настоящий, потому что тогда еще НТВ был, и люди из телевизора говорили очень часто, в общем, настоящую правду. То есть это был все-таки период начала нулевые, там, конец 90-х, когда люди высказывались, была какая-то дискуссия. Вот. Но все-таки мы особо не вдавались. Тем более, что наш продюсер, который тогда вот на тот момент появился, он такой был аффилирован с разными людьми, которые к политике имели отношение. И поэтому я скажу так, что мы даже выступали на каких-то мероприятиях, там, которые были, скажем, ну, как это, не знаю, сказать, предложено со стороны государства. То есть это какие-то не контракты на какие-то совместные действия, а просто выступления, там, праздник города, я не знаю. То есть, в принципе, в конце концов, если взять Америку, например, то там каждый год, я насколько знаю, там, по-моему, какая-нибудь группа выступает перед президентом Соединенных Штатов. Поэтому мы к этому относились, ну, так скажем, легко. Вот. Естественно, постепенно обрастая знакомствами, а так как у нас, в общем, такой, ну, дух какой-то рок-н-ролльный, поэтому мы выбирали круг общения постепенно, медленно. Это было сложно, потому что своих людей найти всегда тяжело. Находили людей, которые нам постепенно что-то рассказывали. И, конечно, мы первое время к этому относились, ну, как сказать, политики должны между собой спорить, есть всегда недовольные, есть кто-то там, тот, кто доволен тем, что происходит. И поэтому, наверное, в тот период мы, как бы можно сказать, так себя определяли как аполитичная группа, потому что действительно было очень много... Вы понимаете, во всем этом всегда самое главное, наверное, это я вот сторонник того, чтобы надо быть уверенным, во что ты веришь. Вот так, скажем. То есть, понимаете, поэтому я атеист и материалист и все остальное. Вот. Поэтому для меня какие-то общие разговоры никогда не имели никакого значения. То есть, я опять же говорю, что всегда были недовольны там, и все остальное. Ну, а со временем ты начинаешь погружаться глубже и глубже. Тем более, что мы прожили там достаточно долго, 25 лет и профессиональной деятельности. И постепенно ты знакомишься не только с
с оппозиционерами там, или там, с теми, кто... Но и с властью как таковой, потому что на тот момент, когда мы уезжали уже сейчас вот перед, ну, во время войны, когда мы уехали, мы обросли знакомыми огромным количеством из той элиты, которая сейчас, в общем, ну, для меня является, наверное, такой, как скажем, неприятной составляющей моих воспоминаний. Ну тогда, вот когда эти люди к вам подходили, тогда Лукашенко, кстати, человек, который стал править в стране, в которой вы родились, и Владимир Путин, вот это происходило постепенно, они не пытались выходить с вами на контакт? Тот же Лукашенко, белорусская группа, популярная, почему бы, собственно, не позвать, не использовать для того, чтобы каким-то образом его поддержать и так далее. Как это было? Вот как эти люди и окружение этих людей старались с вами контактировать? Нет, с Лукашенко, ну, я не знаю, если это считать государственным, ну, как государственное мероприятие, какое-нибудь там, как он там назывался, Витебский базар, что ли, или что-то такое? Славянский базар, да. Мы туда получили приглашение просто как музыканты выступать, то есть никаких личных разговоров ни с какими политиками. Да и мы не шли, в общем, никогда на встречу таким каким-то предложением. И несмотря на то, что у нас там были знакомые такие, как Сурков, например, то есть которые у нас были личные отношения, я даже не знал, чем он занимается, честно говоря. Этот человек даже помог нам в какую-то очень тяжелую годину финансовую. То есть нам надо было просто выжить, потому что там, мы расстались с нашим продюсером по разным причинам. Вот, и этот человек просто решил нам отомстить и убрать нас из всех эфиров. Вот. И он просто не предполагал, что за эти 3 года мы уже успели обрасти знакомыми, поэтому мы просто обратились к Славе и сказали, что вот у нас есть такой сумасшедший человек, который хочет нас вырезать из эфиров. Естественно, эта проблема была решена в течение 5 минут. Вот. Никаких таких вот, понимаете, мы всегда были нас и предупреждали, что мы не участвуем в политике. Вообще, в принципе, я бы сказал так, что я политичен, наверное, до сих пор. То есть моя политическая позиция, она заключается в двух пунктах. Это власть должна быть сменяемая, а выборы честные. И если этот закон нарушается, то, естественно, уже виновников, те, кто нарушает этот, естественно, закон эволюции, я к ним уже отношусь с негативно, потому что я просто знаю из истории, но я думаю, что это знают все, что все эти, так скажем, авантюры такого плана, они всегда заканчивались плохо. Когда сбивается что-то в системе, в той, которая уже наработана. Потому что, по крайней мере, кроме как демократическая, вот, хоть она и несовершенна, но все-таки лучше еще пока ничего не было придумано. Вот. Собственно говоря, все наши отношения вот с властью, они вот на этом и все, как бы и закончились. То есть мы играли на... У нас были неплохие отношения с Медведем, когда он там был и до, и после, когда он был президентом. Но в какой-то момент мы просто стали понимать, что все это увидели изнутри, понимаете, И постепенно, это даже не потому, что ты там, тебе это неприятно общаться с этими людьми или что-то еще, потому что, в общем, нас не посвящали никогда, естественно, в какие-то нюансы. Это сейчас я знаю намного больше, чем когда-то. Вот. Но отношения всегда были чисто на уровне бизнеса, да. Вот фильм «Брат 2», с которого в каком-то смысле, наверное, началась ваша такая масштабная известность, и то, как его интерпретируют сегодня, то, что снимал Балабанов тогда, то есть игра со штампами, то есть можно назвать это даже сатирой в каком-то смысле, ну, разные есть интерпретации этого фильма и этой работы балабановской, и, кстати, отличие первого брата от второго, тут мы анализировали с Антоном Долиным однажды. Но вот после как раз выхода фильма и выхода саундтрека к этому фильму, вы почувствовали какой-то особый интерес, потому что сейчас, судя по всему, этот фильм стал чуть ли не базой той
на самом деле отсутствующей идеологии, потому что как таковой ее нет, но вот некого такого рельефа, на котором они сейчас пытаются строиться вот тот называемый, так называемый русский мир. По тем временам фильм «Брат 2», первый «Брат», он такой был пожестче, наверное. Второй – это такой, наверное, попсовый больше, такой троллинг. Вы знаете, искусство, оно задает вопросы. И если бы, допустим, развивалась вся наша жизнь дальнейшая, я говорю сейчас нашего про относительно России, да, в каком-то поступательно естественном образом, то этот фильм оставил бы свой след, ну, как такой, как черная комедия, понимаете? Есть огромное количество примеров там, от Гая Ричи до Тарантино. Собственно говоря, эти фильмы тоже не блещут какими-то, скажем, идеальными какими-то, да, способами самовыражения, да, то есть там есть и ксенофобия, там есть и просто элементарная такая, да, какая-то, как они смеются над французскими произношением Макдака, этого Биг Мака и все остальное. Вот. Однако этот фильм никак не помешал на отношения Америки и Франции, например, то есть и все остальное. Просто дело в том, что есть такой закон, что какой-то неписанная природа. Когда ты начинаешь вступать в определенный компромисс с самим собой, то этот компромисс постепенно начинает съедать твой талант. Соответственно, люди, которые сейчас находятся у власти, и те, которые помогают этой власти, я не знаю, там, по каким-то причинам, вот, как правило, постепенно этот талант теряют. Поэтому надо брать откуда-то материал для того, чтобы наполнить пропаганду какими-то звучными простыми штампами. Я тоже люблю штампы, между прочим. Мне кажется, что штамп – это великая вещь. Ее так вот скажешь, и как бы вроде она не производит никакого впечатления. А если ты правильно ее споешь, то какую-то фразу, то она вдруг раскрывается в другом абсолютно смысле. Вот то же самое происходит и с пропагандой. Просто они берут чужое, то, что не имеет никакого отношения к пропаганде, к настоящей политике России. Я сейчас не говорю там про фильм даже «Брат 2», а то, что там уничтожена память, настоящая память целого поколения, фильмы послевоенные. Сейчас же все это, ну, песни о Куржаве, которые используют в контексте вот этих вот всех людоедских своих мероприятий, посвященных там победобесию и всему остальному. То есть фильм «Брат 2», он не единственный, кто пострадал во всем этом, во всей этой истории. Пострадало огромное количество и авторов, а сейчас, кроме того, еще, по-моему, мы перестали все получать авторские права. То есть тут вообще полный ах. То есть роялти больше не идут, да, из России, я так понимаю? Нет, роялти не идут. Я просто хотел сказать о том, что просто, понимаете, благодаря вот этому человеку, который вот сломал жизнь не только... Ну, сломал жизнь огромному количеству людей, понимаете, профессиональную и личную, и какую-то еще, кого-то просто убил и так далее. Он еще уничтожил и наше прошлое, потому что я не могу, мне тяжело теперь абстрагироваться и смотреть какое-то кино, где я вижу людей, которые сошли сейчас с ума реально и несут полную ахинею. То есть тут, ну, самый яркий пример, наверное, из всех – это Михалков. Хотя, конечно, я всегда к нему относился как к мажору, но, по крайней мере, он это делал так элегантно, что это как-то прощалось. Вот. Так что я думаю, что тут надо не только про «Брат 2» говорить, а, наверное, про все наше прошлое культурное. И как это все потом вернуть смысл опять настоящий всему этому, это вообще непонятно. Я даже могу сказать такую вещь. Я вот когда сейчас вот пишу, мы сейчас пишем новый альбом, прям в активном процессе,
И работа со словом, ты начинаешь понимать, что раньше ты... То есть раньше у меня, ну как, не цензура, я сейчас хотел сказать не об этом, а просто я теперь начинаю понимать, что, в принципе, материал, который мы делаем, его можно использовать таким же образом, в принципе, с одной стороны и с другой. Ну, то есть это вопрос интерпретации текста, то есть я понимаю, что... Да, 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 абсолютно точно. И поэтому здесь очень важно, наверное, я в какой-то момент понял, что мне нужно начать говорить. Я очень долго этого не делал, я только возвращаясь к вопросу о том, что любил я давать интервью, не любил. Нет, да раньше я не любил, потому что все официальные каналы или оппозиционные, то есть это была какая-то, то есть их интересовал не я. А вот, то есть, ну или там мы. Мы были как инструменты, в конце концов, в общем, заколебало, честно говоря. И мы ограничились тем, что просто мы рассказывали о том, что вот у нас скоро выходит наша новая пластинка, приходите, та-та-та-та, а все остальное мы вкладывали уже смысл в насколько это могли сделать в наши песни. Так вот. Ну, кстати, вот интересно, вы сказали про штампы, что это великая вещь. Я согласен, что многое зависит от интонации, но ваш хит «Полковнику никто не пишет» это ведь отсылка к Маркесу, к его полковнику. Вот вопрос интерпретации, потому что я скажу честно, я сначала услышал вашу песню, потом прочитал «Полковнику никто не пишет», и в итоге это одно из величайших произведений, которое я прочитал. И для меня Маркес — это «Полковнику никто не пишет», а даже не «Сто лет одиночества», хотя это тоже потрясающая вещь. Вот как... И я понимаю, что это моя очень субъективная интерпретация, может быть, вы этого не вкладывали. Что вы вкладывали в эту песню и в эти строки? У нас... каким-то поразительным образом получился иммигрантский альбом, понимаете, есть такой какой-то вот, опять же, штамп, что, значит, иммигрантские песни, они должны быть обязательно вот в таком кабацком стиле. А для меня, как для молодого человека, который оторвался от своего дома и где-то болтается по миру. Нет, я с большой благодарностью отношусь к Израилю, где я провел там, скажем, ну, где я стал зрелым, самостоятельным, меня научили быть самостоятельным. И в котором, собственно говоря, в этой стране я написал практически, ну, большую часть песен, которая потом вошла в наш первый альбом. Вместе с Игорем Рубинштейном, он мой соавтор в текстах, был в то время. Вот, поэтому... Простите, еще раз вопрос. Я вылетаю. Я, про то, что да. Вы именно вкладывали как раз в эти строки про полковника. То есть... Да, так вот, иммигрантская тема, да. И у нас тогда вот появились вот эти песни «Я не вернусь», то есть «Серебро». И вообще весь альбом получился такой немножко иммигрантский, понимаете? А теперь, по прошествию, собственно говоря, там 30 лет, я начинаю понимать, я пою эти песни, и я понимаю, что ничего не изменилось. То есть мы опять в эмиграции, и опять это эмигрантские песни, и теперь просто тогда мы были такой начинающие, за границей мы не выступали для эмигрантов. Ну, сейчас, как это сказать, да, для эмигрантов, релокантов, я не знаю. Вот. А теперь я эти песни пою и вижу в глазах отклик, как согласие, что да, действительно, то есть вот большие города, то есть это для нас это все обрушилось каким-то образом. Для меня просто эта эмиграция была в 19 лет осознанная, понимаете, а сейчас для людей, и как и для меня, опять же, все-таки я попал в тот же самый капкан, в принципе, потому что, ну, в 25 лет в России это все-таки не выбросишь из жизни, это какая-то очень огромная большая часть твоей жизни. Вот. Но когда у тебя не стоит выбор, куда поехать, почему, зачем, как тебе себя реализовать, а когда тебя просто вышибают землю из-под ног, и несмотря на то, что я был, в принципе, к этому достаточно не то что готов, а у меня была какая-то подготовленная для этого база. То есть у меня был дом в Испании, есть квартира в Испании конкретно, если точнее, две квартиры в Испании.
Вот, куда я смог, и где у меня уже учились и дети, и жила семья уже очень долго. То есть я в Москве там в последнее время жил один практически. Вот, это все вышибает почву из-под ног, эти песни опять становятся актуальными. Вот в чем дело. Вот если поговорить вообще, ведь эта история циклична, потому что мы когда говорим с нашими гостями, которые были вынуждены выехать из России, даже если отмотать время, начало 20 века, после революции, то, о чем писал Тэффи, то, о чем писал Бунин, и сейчас вдруг эти, казалось бы, далекие от нас по времени рассказы и романы становятся очень понятными. То есть не перечитывали как раз книги про эмиграцию, советскую, такую российскую эмиграцию Советского Союза? Что все очень похоже, все очень близко, все очень рядом. И теперь ты можешь это потрогать и почувствовать. Я достаточно читал книг до этого всего, поэтому, собственно говоря, мне многие вещи были как аналогия, понятны без того, чтобы перечитать. То есть у меня достаточно неплохой багаж такой, скажем, интеллектуальный, но я... Все свое юность, детство, и вообще я обожал читать. Это только вот последние 2 года была депрессия, когда началась война, и я просто 2 года не мог заставить себя вообще ничего делать. И вопрос еще раз, извините, я... Нет, я как раз про то, что это все становится слишком близко и слишком рядом, и вдруг какие-то вещи, которые ты просто воспринимал, я про себя говорю, воспринимал как некие такие литературные произведения, образы, становятся вдруг наглядными. Ты видишь и ощущаешь, что переживали эти люди. Все просто сузилось, и стало понятно, что было тогда. Настолько, насколько все возможно. Понял, да, извините за мое утро, да. Не совсем, понимаете, это же синопсис, он один и тот же. То есть есть даже такой хороший очень документальный фильм на Discovery, если я не ошибаюсь, называется «Методичка для диктатора», если вот я правильно назвал, название вспомнил. Все это синопсис, он, как правило, один и тот же. Просто аранжировка, она уже меняется со временем. И естественно, что каждая ситуация, она еще дополняется какими-то факторами ментальности, я не знаю, там, каких-то других вещей. И вообще, насколько, допустим, это разница между предыдущей жизнью и... То есть мы вспомним Германию, сейчас Россию. Когда это происходит в какой-то стране, в которой, собственно говоря, это идет бесконечная борьба за власть путем бесконечных переворотов, и там это одна история. Когда вдруг какая-то страна, которая имела, в общем, идеологическую подоплеку, вдруг превращается в бандитскую просто какую-то шарашкину контору, которую руководят, собственно говоря, бандиты, то этот сценарий, он как бы, может быть, его можно где-то там 17-м годом сравнить чуть-чуть, но все-таки это другая аранжировка, это другие условия, это все по-новому, и страна, Советский Союз, который достался в наследие России, как бы ни говорили о том, что он был весь разрушен, развален, но все-таки в нем была какая-то определенная система. Вот. А дальше людей, которые эту систему пытались не то что возразить, а построить какую-то систему, на основе которой будет существовать дальше государство, их стали отодвигать, в общем, все, что происходит сейчас, наверное, это какая-то, скажем, новый, нетипичный будет пример для будущих поколений, если говорить о фашизме, о диктатуре, и обо всем остальном. То есть это теперь уже не будет рассматриваться, как это похоже на Гитлера или там на Муссолини или на что-то еще. Теперь это уже именно нарицательное. Это будет похоже на Путина. Вот, собственно говоря, так.
Вот то, что происходит с людьми, то, как люди быстро меняют свою позицию, вы писали в одном из интервью эпизод, когда летели в самолете с предпринимателем, и он говорил, что какие вы классные ребята, приезжайте к нам в баню, а после того, как узнал вашу позицию, там то ли вас проклял, то ли обещал оторвать голову. И это все произошло там единомоментно и очень быстро. И эта история мне показалась интересной еще и потому, что она просто характеризует очень многих, как быстро меняется восприятие, как быстро происходит некое такое расчеловечивание. Я всегда, не то что ставлю это в пример, потому что, в общем, для меня это не единственный какой-то там у меня опыт. Конечно, в каждой стране живут люди со стержнем, с каким-то пониманием того, что происходит. И я себе прекрасно даю отчет, что есть огромное людей разумных, правильно мыслящих, и кто-то молчит, кто-то не может выехать, кто-то... Ну, то есть, дело в том, что вот мы вот постоянно говорим о каком-то выезде. Просто я по существу был иностранным гражданином, и поэтому, собственно говоря, когда вот это все зашло в какой-то тупик для меня в России, я просто уехал. Не может вся страна уехать из кошмара. Вот. Но, естественно, я думаю, что чем дольше это все происходит, тем больше людей, в конце концов, начинают ломаться. Вот пример тому у нас вот ушел наш гитарист из группы, который просто не выдержал, скажем, этого шторма и расстался с нами. Все зависит от человека абсолютно. Если давайте так говорить, что в принципе, вот если по существу Россия напала на Украину, это факт. Все остальное демагогия. Есть люди хорошие, есть плохие. Вот. И если говорить о публике, для которой сейчас мы работаем, то я думаю, что это те люди, которые просто не принимают то, что происходит конкретно вот война России и Украины. Ну и тут еще добавился, может быть, еще и какой-то израильский вопрос. Потому что он тоже, в общем, достаточно сейчас очень актуален для мира, потому что вот это вот растущее количество, растущий градус антисемитизма, который абсолютно непонятно, как, ну, то есть вдруг это все вот начинает возникать, этот кризис, иногда мне кажется, что он может быть искусственным в чем-то, вот. Ну, то есть проблемы, понимаете, да, они начинают усугубляться. Я, конечно, у меня просто нет для этого никаких фактов и так далее, но в Израиле видят зависимость, скажем так, каких-то определенных действий Хамас от действий Путина. То есть я сейчас скажу так, не свое мнение, а мнение Израиля. Вот, кстати, насчет израильской темы, потому что вы опять же говорили в одном из интервью, что Юлия Чичерина, с которой Би-2 исполнили одну из самых своих знаменитых песен «Мой рок-н-ролл», она как раз, когда вы попросили ее эту песню не исполнять, она написала вам антисемитский пост в ответ, насколько я понимаю. Да, да, это было так, это было еще задолго до войны, я имею в виду, которая в 22-м году началась. Она уже там задолго до войны начала выступать перед... Ну, задолго. Когда это началось-то все вообще? В 2008, когда там, да, этот Донбасс, там все вот это, по-моему... 14-й год. 14-й. 2008 — это вот. Грузия, когда... Там, а, да, извиняюсь, да. У меня с этими, с чифлами проблемы. Вот, 2014 год, да, и после этого как-то стало вот расслаиваться как-то вот какое-то вот. Мы еще вот вроде вчера, вроде как и с Чичериной выступали вместе на одной сцене, и, собственно говоря, у меня там был уже такой провал по работе, поэтому мы брали с собой, с оркестром выступали, вот, просто давали человеку заработать денег. А потом я вдруг стал узнавать, что она вот куда-то туда уехала, в эти серые зоны, и перед, я не знаю, честно говоря,
как это можно назвать, потому что, ну, то есть это явно не то есть какие-то бандиты, короче. Вот она перед ними стала вот свой репертуар включать нашу песню. Она сказала, что меня абсолютно не волнует, кто там твои зрители и так далее, только, пожалуйста, перестань исполнять нашу песню. На что, в общем, мы получили такую отповедь, что собирайте свои чемоданы и валите в свой Израиль. Ну, песню она продолжает исполнять, да? То есть, или отказалась? Да я, честно говоря, не слежу. Я за, вообще за всем этим, то, что происходит сейчас вот на таком уровне в России, тем более за Чичериной. Мне она, ну, не знаю, ну, неинтересно, я не знаю. То есть... Но такое человеческое разочарование. Я вот знаю точно, что вот мы... Нет, это будет слишком личная информация, я не могу сказать. Ну ладно, скажу, что значит, у нас тут просто, может быть, будет... Ну, скорее всего, вот мы там с Лаймой разговаривали, она там устраивает фестиваль, вот, и мы предложили спеть вместе песню «Мой рок-н-ролл». Вот, на что она сказала, что нет, мой рок-н-ролл петь не буду, потому что ее Чичерина пела. Вот, а какую-то другую песню, да. Ну, вот давайте оставим это как сюрприз. Какая песня. И, кстати, нет, это я не про фестиваль даже говорил, а я говорил это про наше вот грядущее выступление 15 июня. Вот. Это я сейчас раскрыл такую тайну. В общем, надеюсь, что это получится. Пока все это в таком уровне разговоров, но таких достаточно уверенных. Ну, в одном из интервью сказали, что готовы исполнять мой рок-н-ролл с Земфирой, пожалуй, только с ней. Там вот звучала, если не ошибаюсь, такая формулировка. Нет, это шел разговор по поводу записи, потому что у нас дело в том, что когда, понятно, началась война, то стали все... У нас очень много всяких коллабораций с разными музыкантами, поэтому признаюсь, что большое количество среди них оказались, в общем, людьми, которые сейчас находятся на другой стороне моего мировоззрения, вот, без всяких обид. Вот. И еще раз вопрос задать. Нет, пожалуйста. Я там как раз просто отметил, да. Что по поводу Земфиры, что, ну, видимо, есть еще кто-то. Вот, Земфира, да. Я как вылетаю, как невзлен. Значит, и поэтому, когда началась вот эта вся дискуссия в интернете, очень активная такая, особенно у меня на странице, там, на наших страницах, социальных сетях, то на вопрос, с кем бы ее вот перепеть, я сказал, что только с Земфирой, собственно говоря, потому что иначе или оставлять ее просто исторически уже так, как это произошло. Ну, понимаете, историю совсем переписывать не надо. То есть я считаю, что ну, как есть, так есть. То есть на качество песни это не влияет. Вот. Но это история, что делать. Вот интересно, что в клипе, если не ошибаюсь, в клипе «Мой рок-н-ролл» снимался Ингеборга Дубкунайт у вас как раз. Да, она... да. Это был день, когда у меня родился сын. То есть... И с Ингеборгой поддерживаете связь? Она тоже после войны, ну, она как иностранка, да, много работала. Мы очень часто видимся, часто очень видимся, очень часто. И сейчас увидимся, я думаю. Потому что, ну, скажем так, для нас страны Балтии, особенно Латвия, это место очень частого нашего посещения. Я сейчас, ну, повторюсь, я не знаю, кто не знал, у меня жена рижанка. И для меня Рига – это, наверное, отчасти где-то второй, так скажем, родной город. Поэтому мы очень часто приезжаем, и 15-го, и потом приедем отдыхать в Латвию, и будут еще, я просто проанонсирую уже после 15 числа, проанонсирую еще мероприятия, которые будут происходить до конца лета в Латвии. Ну, может быть, когда вы будете в Риге, придете к нам в студию, мы сможем как раз поговорить и как раз их проанонсировать. Ну, мы сейчас, во-первых, уже анонсируем. Ну, да. Во-вторых, я бы, в принципе, да, почему бы нет, я пришел бы с удовольствием. Я люблю все-таки, конечно, такое вот личное общение, то есть, как и все мы, наверное.
Да, я с удовольствием принимаю ваше приглашение, тем более, что, скорее всего, я приеду немножко пораньше, поэтому вот и можно будет реализовать этот проект. Я еще хотел как раз спросить, Рига — это же еще и группа Prata Vetra, которую за пределами Латвии знают как Brainstorm. Вы поддерживаете отношения с Каупарсом? Вот после начала войны как у вас складывается? И иномарки мы слышим в совместном исполнении? Я могу сказать, что это для нас очень близкие, близкие, близкие люди. После войны у нас немножко сейчас потеряла связь, и я не хочу по этому поводу ничего не говорить, никаких догадок, чтобы никого, не дай бог, там как-то не не подставить, я не знаю как. То есть, но в любом случае я могу сказать, что я отношусь к ребятам с огромным уважением, с любовью, и я думаю, что в ближайшее время мы наверняка увидимся. А наши совместные проекты — это все бриллианты, конечно. Это, ну и потом, это такие классные ребята, что, знаете, помимо концертов еще и у нас есть какая-то общая наша история и вне сцены. Много вопросов приходит в наш Телеграм, я начну их зачитывать. Вот Марина спрашивает, много ли у Би-2 друзей в Украине, готовы ли будете приехать в Украину с концертом? Ну, сейчас в Украине идет война. И самое главное, чтобы эта война, ну, как сказать, побыстрее, я не знаю, я вот такие вот не хочу говорить слова, я хочу, чтобы просто эта война закончилась, и закончилась справедливо. И когда справедливо, это когда территория Украины будет вся полностью свободная. А когда этот факт произойдет, когда люди смогут выдохнуть, тогда, наверное, ну, если нас захотят пригласить, то мы приедем с огромным удовольствием. Тем более, что как раз накануне войны у нас было запланировано выступление в Киеве. Мы принципиально в течение 2014 года мы принципиально не ездили в Украину, просто по причине того, что мы жили в стране, которая напала на Украину уже тогда. И нам казалось это этически неправильно приезжать из страны агрессора в страну, на которую напали, и создавать там концерты. Вот. И мы этой точки зрения придерживались практически до самого начала войны, вот 22-го года. И тут нам вдруг показалась какая-то вот эйфория, показалось, что вот что-то изменилось, потому что прямо накануне отношения действительно были какие-то достаточно, ну, такие вот. Там и был обмен артистами, и мы даже уже прямо запланировали концерт. Но видите, как судьба распорядилась по-другому. Я уверен, что у нас есть слушатели. Не то, что уверен, я все-таки как-то социальные сети для меня они. Я со многими людьми, я не могу сказать со всеми, нет, я даже многим не отвечаю, потому что не успеваю. У меня они засыпаны вопросами, но все-таки у меня получается с некоторыми выстраивать какие-то отношения. И я знаю отношения Украины к группе Би-2. Тем более, что я живу в Марбее, это рядом, ну, я живу в Сан-Педро, рядом с Марбее, в Испании, юг Испании. Здесь, скажем так, весь средний класс — это украинцы. И поэтому, ну, как-то так вот, то есть Украина для меня, и потом моя мама фамилия девичья Коваленко. Так что для нас Украина — это близкая страна. В большей степени даже, понимаете, то есть несправедливость, которая происходит, и ее вот это самое страшное, наверное. И насколько потом как-то это все будет просто об этом говорить, вот типа сделать концерт в Украине, я не знаю. То есть просто, честно говоря, не знаю, какие внутренние вот эти вот преобразования произойдут на уровне менталитета всего Украины. Вопрос от Виктории. Было ли отчаяние, когда Би-2 находились...
Извиняюсь, хотя мы уже не русская группа, конечно, потому что раньше нас представляли, у нас был только один австралиец Шурик, но мы нас назвали австралийской группой. Теперь у нас 5 израильтян и 1 молдаванин. Виктория спрашивает, было ли отчаяние, когда Би-2 находились в тюрьме в Таиланде? Мы очень за вас переживали, спасибо. Ну, история спасибо, громкая. Что переживали. Мы чувствовали очень поддержку, не только вообще, я даже знаю, что и в странах Балтии, там около посольства были демонстрации, посвященные нашему освобождению. Огромная благодарность. Вот, ситуация... А в чем суть вопроса сейчас еще раз? Отчаяние. Отчаяние было, отчаяние, вот, когда вы оказались? Отчаяния не было. Я всегда просто увлекаюсь каким-то вот продолжением вопросов. А суть, она как, понимаете, в этом плане тут не столько важна, потому что за себя я вообще не переживал. Я израильтянин и только. И я знаю точно, что моя страна меня не бросит практически нигде. По крайней мере, приложат все усилия для того, чтобы помочь мне. Естественно, если я нахожусь в состоянии правоты, то есть если... мы не говорим сейчас о какой-то там, понятно... Хотя, в принципе, нарушение закона. Вот. Поэтому за себя, честно говоря, я волновался в последнюю очередь. На тот момент времени меня больше волновали наши ребята, которые какая-то часть из них были израильтянами, вот, с ними было проще. Но, правда, у них были русские паспорта, по которым они приехали. Вот. И у нас было еще три музыканта, которые были не евреями. И я могу сказать, что огромное спасибо Министерству иностранных дел, вообще Израилю и вообще всем, кто нас поддерживал, израильтян и весь мир, но Израилю в первую очередь, то, что они вытащили всех нас, вот в чем дело. История с Таиландом, я думаю, что она прекрасно описана и рассказана Максимом Кассом вместе с Плющевым. Это, наверное, самый вот такой прям синопсис, можно сказать. У нас сейчас поступает предложение по поводу съемки фильма. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, кто и как по этому поводу. Но я бы сказал бы так, что синопсис, в принципе, вот Максимом Кассом уже написан. Ну, кстати, помните знаменитый фильм «Бангкок Хилтон», с чего началась карьера Николь Кидман? Он же тоже был про тайскую тюрьму и про то, как она оказалась несправедливо в тайской тюрьме. Так что у вас, к счастью, история... Нет, я этот фильм не видел, но я думаю, что сам по себе сюжет, он, наверное, заслуживает, да, какой-то такой... Ну, нет, я не то чтобы к себе отношусь. Знаете, для меня было таким же удивлением, как и для всего мира, наверное. То есть я, честно говоря, никогда себя не ощущал... Но настолько вот прям важным персонажем для того, чтобы, в общем, на основе там нашей группы строить какую-то спецоперацию. Я, может быть, даже думаю, что, наверное, это все пришло в голову, эта идея, может быть, по ходу действия, а может быть, и нет, я не знаю. То есть, вот. Но если хотите, можем об этом поговорить. Так. Тут как раз отметили, что стали по-другому смотреть на вещи, стали оглядываться, оборачиваться и отмечать какие-то моменты на улице, которые не отмечали раньше. Это вопрос безопасности. Вот вы как раз это описали. Это пришло после Таиланда. Понимаете, как сказать, безопасности, такой провокации каких-то. То есть это касается, наверное, еще в основном во время концертов, потому что Таиланд, он в некотором смысле поставил такую разделительную черту уже даже в нашем коллективе, потому что нам надо было... стало ясно, что участие в нашем коллективе, оно несет за собой некоторые определенные риски. То есть, в зависимости от того, какую роль ты выполняешь. То есть, тут непредсказуема абсолютно вообще ситуация в этом. Поэтому сам по себе Таиланд, да, после него произошли некоторые изменения. У нас мы собирались еще после этого сыграть концерт в Берлине, и поэтому мы всех предупредили, что
если у нас это произойдет, то, в принципе, для 90% там Путин назад уже в Россию не будет. И поэтому этот период вот после Таиланда в течение там какого-то вот времени, скажем, кто-то ушел, то есть не абсолютно не потому, что мы с ними там расстались, а просто для того, чтобы убрать людей из-под удара. Вот. А кто-то ушел по каким-то там своим, в общем, соображениям. То есть вот как наш гитарист, например, который решил, что, собственно говоря, вот есть, ну, как-то для него, наверное, что-то другое важнее. Ну, у вас есть предположение, на каком уровне решался вопрос в России? То есть кто, условно говоря, вас заказал вот в этой истории? То есть это Путин дал сам? Я могу сказать о последствиях. То есть я вот из России прям, понимаете, я могу в любом случае сказать, что эта история нетривиальная, потому что и выступление Маши Захаровой, и вот эти все, извините меня, пытки Лугового, вот, Маша Макарова, конечно, Маша Захарова, конечно, она произвела максимальный фурор по отношению к Министерству иностранных дел Израиля. Если раньше, допустим, Израиль находился все-таки в какой-то более-менее такой, ну, не то чтобы нейтральной, но, по крайней мере, не высказывал своих каких-то определенных там мнений, то теперь после этого случая, по крайней мере, когда я встречался с министром иностранных дел Исраэлем Кассом, он просто сказал, что мы вас вырвали из лап. То есть это все, я думаю, что последствия выступления феерического Маши Захаровой, да. Вот. Непосредственно чей заказ, ну, это мы узнали с самого начала, то есть, потому что тайские полицейские люди болтливые, вот, и все нам рассказали о том, что заказ идет от самого большого чина наверху, который, то есть, там, замминистра чего-то там внутренних дел, там, я могу ошибаться, но один из замов очень, то есть, это такое, такая высота, когда... Когда я об этом узнал, я понял, что там же как все начиналось. Это было просто, нас ждали там хорошо. То есть мы не знали о том, что не проплачено вот это вот разрешение. То есть, хотя эта проблема была абсолютно не наша, понимаете, да? То есть я за 25 лет ни разу не перед тем, как куда-либо лететь, никогда не спрашивал. Это всегда занимается вопросом организатора. Если, допустим, мне нужно разрешение, то он мне говорит, вы должны пойти там в английское посольство, в американское, получить рабочую визу и так далее. То есть это не проблема вообще. Вот в чем дело. И так как мы с этим организатором сейчас вот уже не общаемся, выяснять там, и потом, собственно говоря, выяснять этот вопрос уже нет никакого смысла. Вот. Случился факт того, что просто вот, ну, значит, выступили как без разрешения. Вопрос, собственно говоря, там стоял в 700, по-моему, долларах, если я не ошибаюсь. Значит, наказание за это административное, это просто штраф, который мы, там, отсидев ночь в полицейском участке, мы на утро приехали в этот суд, заплатили там штраф, и после чего, собственно говоря, нас должны были просто отправить на все четыре стороны из Таиланда, то есть невзирая на откуда мы приехали, как там... как это все происходило. Но и как-то и весь мир, то есть я не говорю про весь мир, а по крайней мере русский мир, да, который тогда вот был в курсе именно этих событий, потому что на мировой еще тогда об этом особо ничего не знал. Вот, отнеслись к этому так. Ну все, ребят, заплатили, значит, все нормально. То есть мы так тоже где-то вот к этому так и относились. Но все потом почему-то превратилось в какую-то уже историю каких-то тяжелых, глобальных, каких-то прям, то есть наказаний, не знаю, нас куда-то в какую-то другую тюрьму переместили, там какой-то СИЗО для иммигрантов. Это, ну, то есть это стало развиваться, то есть...
непропорционально тому поступку, который мы совершили. И это, естественно, сразу вывело на мысль о том, что кто тогда руководит всем этим вопросом. И быстро, в общем, мы все узнали, потому что, в общем, уже подключилась очень большая, серьезная команда, которая нас оттуда вытаскивала. Нет, она еще не подключилась, но просто мы узнали о том, что... что очень серьезные люди стоят наверху, которые связаны с российским консулом, соответственно. Вот. И вот в этот момент я успел, пока у нас еще были телефоны, связаться с Игорем Рубинштейном и описать ему быстро картину и проработать на концепцию, как нас оттуда вытащить, чтобы нам выиграть. И мы ее обговорили, и после этого я телефон, собственно говоря, уже сдал. И все остальное с моей стороны надо было просто, с нашей стороны просто было ждать. Вот. Ну, а последствия какие, что я могу сказать? То есть мы, во-первых, мы просто перестали, мы никак не работали с российской прессой, мы только иностранные, начали все это с Израиля, потому что это просто, все израильские издания параллельно выходят еще на английском языке, и поэтому мы эту волну очень быстро подняли. Основной упор поставили на то, что администрация Путина управляет коррупционно на территории Таиланда. Никому это не нравится, естественно. То есть, а как пример просто были мы. Вот и все. То есть мы убрали себя как основную тему для новостей. Вот. Ну и слава богу, что все это хорошо закончилось, скажем так. Ну, кстати, Сурков после этого не писал сообщение, потому что Сурков, правда, в опале сейчас, но тем не менее, вот тут тоже приходят зрители. Кто-то не написал? Нет, у меня даже тогда не было телефона Суркова, собственно говоря. Я вот, ну, то есть у нас отношения... У нас с политиками не было никогда никаких вот таких вот тесных, скажем, таких вот связей, чтобы вот это сейчас вот я дружу там с Димой Гудковым, то есть это все основано, я ему честно говорю всегда, что моя политическая позиция – это сменяемость власти и честные выборы. Вот. А кто будет у власти, Гудков или там Яшин, я не знаю, или кто еще – вот. Хотя сейчас я, конечно, понимаю, что, в принципе, наверное, то, что будет происходить дальше, предсказать вообще невозможно. Ева пишет. Группа Би-2 с песней «Колыбельная» стала знаковой для меня и дочери. Благодаря музыке и некоторым стримерам мы продержались в очень трудные месяцы, заспали под стримы Вадима, поэтому приложу все усилия, чтобы, несмотря на все нестыковки закона, группа Би-2 попала с концертом в Киев, в Украину. При безопасной обстановке, конечно, любим, ждем. Некоторые подарки уже приготовили. Это сообщение из Украины как раз для вас. Песня «Колыбельная» очень многим помогла. Спасибо большое. Это песня, которая появилась... У нас практически был записан альбом. Ну, скажем, там не хватало каких-то там какого-то количества песен, но мы записали песню «Колыбельная», решили выпускать уже в том варианте, вот как... То есть вот закончили «Колыбельную», решили вот все, что у нас вот записалось, это мы все выпустим для того, чтобы не потерять контекст. И... Я сам очень отношусь к этой песне с большим, ну, таким, с такой какой-то, несмотря на ее, понятно, характер и антивоенный. Ну, мы в этом плане такой, как бы, многослойность. Я никогда не ставлю перед собой задачу такую очень, скажем, ну, там, конкретно антивоенная, там, какая-то... То есть это все равно проникает в нашу жизнь посредством того, что тут самое главное остаться, ну, честным. Вот. И я, наверное, большую часть своей жизни трачу именно на это, на то, чтобы я мог иметь право петь какие-то вещи, штампы, о которых мы сейчас говорили, да, вот, чтобы я мог петь эти штампы, но заслуженно, понимаете? Это самое главное. Вот в чем дело. Потому что можно петь «Встанем до бесконечности», вот, но если ты сам не встал, то песня работать не будет. Угу. Вот. А по поводу честных песен. Вот эта история Вячеслава Бутусова, опять же, его песни звучали и в «Братья 2», и сейчас Бутусов, ну, скажем так,
непонятно на какой стороне, хотя, в общем, ближе, наверное, к той. Человек, который написал и сам, и вместе с Кормильцевым много песен о антивоенных, и в «Первом брате», мы помним, Данила Багров в течение всего фильма хотел увидеть Бутусова, и в конечном счете его встречает. Вы не общались с ним, Бутусовым, после начала войны и вообще до? Вы, наверное, думаете, что вот рок-н-ролл, да, это какая-то такая одна большая комната, в которой вот все сидят там и каждый свое какое-то место имеет. У меня практически нет друзей-музыкантов, вы знаете, то есть знакомых очень много. Я, конечно, шапошно знаком с Бутусовым, там, ну, наверное, со всеми я знаком. Но отношения... такие вот доверительные, да, где можно поговорить, у меня, наверное, больше с актерами. У меня с Земфирой отношения такие, ну, я думаю, что очень доверительные и близкие, хотя мы иногда ругаемся, но это не имеет никакого отношения. Мы оставаем потом, и потом все равно друг другу говорим прям такие вещи, которые я даже Шуриком не могу с ними поделиться, например. Вот. То есть, есть очень хорошие отношения там и с Андреем Макаревичем, и с Борисом Гребенщиковым. Но, понимаете, вот так вот, чтобы вот какая-то была вот там тусовка там. Я вот раньше не мог понять, почему у меня не складываются отношения там такие вот дружеские. Ни с Гариком Сукачевым, там, ни с Галаниным, ни... вот, ну, что-то вот не идет почему-то. И стоило просто дождаться 22-го года, видимо. То есть это все определило? Я думаю, что просто это как сказать. Я не хочу тут участвовать, быть в качестве ни судьи, ни рефери, никого. Это личная жизнь каждого человека. И отвечать ему лично за эти поступки, а осуждать — это не моя компетенция абсолютно. То есть я только одно терпеть не могу, это когда я в свой адрес слышу какие-то поучительные идиотские высказывания, типа от Вадима Самойлова и всего остального. То есть вот этого всей этой... Группа Агата Кристи, я просто напомню. Ну, Агата Кристи, она все-таки там еще и Глеб есть, который несчастный человек. Да, они разделились, конечно, по взглядам. Ну, это же история старая, давняя еще, до войны, собственно говоря. Да. Тут еще вопрос спрашивают, а со Сплином и с Василием не хотели бы что-то записать вместе еще? У нас произошла странная ситуация, когда мы стали расставаться с нашим продюсером, а он был продюсером и нашим, и группы «Сплин». Вот. В этот момент вдруг мы там каким-то образом поссорились вдруг то есть с нами вдруг поссорился Саша Васильев. Я не знаю до сих пор, честно говоря, вот все, скажем, такой вот, потому что, ну, я не буду описывать ситуацию, потому что тут просто поссорились, скажем так. Вот причин не знаю, честное слово. То есть, и, по крайней мере, может быть, если даже она и была, то я думаю, что... Я, например, с огромным уважением отношусь к его творчеству, всегда... по-человечески завидовал его таланту поэта, потому что я себя не считаю поэтом, например. Вот. Я считаю, что он один из ведущих таких рок-поэзии, ведущих личностей таких. Вот. Но человеческих отношений у нас нет. Но уважаю безмерно, все равно. Вот уже в завершение снова хочу вернуться к теме вашей. Если бы он был, наверное, если бы он как-то... То есть это все строится на том, что просто мне не важно, как вот он... То есть, но есть другие какие-то важные вещи, которые для меня принципиальные. Но об этом мы уже говорили в начале нашего интервью, да. Вот хочу вернуться к предстоящему в Риге концерту. Он называется «Аллилуйя», я правильно понял? «Аллилуйя», да. Я думаю, что, если я не ошибаюсь, видимо, это будет последний концерт в туре «Аллилуйя». «Аллилуйя», и сами вы человек неверующий, как вы сказали, атеист. В этом... Атеист,
Да. Расскажите, как, почему «Аллилуйя» и почему, как это сочетается именно с вашим отношением к вере? Понимаете, дело в том, что Библия, она, наверное, первое художественное произведение какое-то так. Ну, я думаю, что не первое, потому что, конечно, беллетристика, в общем, существовала даже в те времена, собственно говоря. Но это книга, которая, как, знаете, потом уже появился Шкловский, который сказал, что сколько там сюжетов существует всего, там 14 или 7, я уже не помню. Так вот, Библия, наверное, это первое такое художественное пособие по наполнению нашему миру сюжетами, какими-то устойчивыми тематическими выражениями. Там, это такой кладезь каких-то, то есть это наша подсознательная такая вот система координат, в которой мы понимаем, о чем идет разговор. Когда есть, ну, метафоры, они существуют, конечно, и свободные от каких-то библейских там религиозных форм. Язык развивается, это все ясно, но это то, что все-таки находится в нашей подкорке, и благодаря этому проще некоторые вещи объяснить или наоборот украсить текст каким-то интересным оборотом. Знаете, если ты не веришь, то это, ну как, ну, есть сказки «Тысяча одна ночь», то есть ты можешь пользоваться, в принципе, рок-н-ролл и вообще, то есть творчество – это бесконечная аллюзия, и это такая эстафетная палочка, которая передается из рук в руки. Я, например, после просмотра какого-то фильма, после прочтения книги или там что-то, что на меня производит впечатление, именно созданное, то есть как созидательное что-то такое, результат созидательного процесса, зачастую часто вызывает во мне желание тоже что-то сейчас дальше продолжить. И иногда там он Гребенщиков с целыми куплетами там брал там Talking Heads, я не знаю, там что еще переводил. Вот. Это была его такая вот эстафетная палочка. У нас есть песня «Полковнику никто не пишет», собственно говоря. То есть вы понимаете, да, что вообще творчество – это такой процесс, когда ты свой опыт или свои какие-то определенные достижения, какие-то вот, я имею в виду, не опыт, как ты этого добился, а именно результатами. Ты каких-то других людей, может быть, провоцируешь, возбуждаешь их воображение и помогаешь им где-то там в чем-то продвинуться, какой-то сюжет создать. Вообще, то, что касается таланта и его развития, часто очень такой, опять же, штамп и клише, что талант – это обязательно все, что связано только с искусством, это музыка, там, артисты, я не знаю, писатели. Хотя это неправда абсолютно. То есть я думаю, что задача каждого человека – просто этот талант в себе найти, и когда ты в нем, когда себя находишь, этот талант, то самореализация, а это и есть счастье жизни, вот, собственно говоря. И никакие компромиссы, вот, они не должны стоять на пути достижения твоей цели. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли к нам в программу. Лёва, Би-2. Да, я напоминаю, 15 июня, какой зал сейчас? Вандерсала. Вот, Вандерсала 15 июня. И ждем вас в Риге еще с удовольствием. Хорошо, да, давайте с вами договоримся, да, там, накануне. К вам зайду в гости с удовольствием. Спасибо вам и до следующего раза. Спасибо большое, Рига. Спасибо.